от бегового клуба Сусанин Ран и клуба Моржей Костромских. Значит, до старта у нас осталось буквально 10 минут, можно начинать готовиться. Что касаемо трассы, раздевалки. Девочки налево, мальчики направо. Раздевалки теплые, там можно быстренько переодеться, скинуть, все оставить. Стартуем от стартовой арки. Бежим 1 километр, это по кругу вдоль пруда. Огибаем стелу, возвращаемся сюда. Сразу же, буквально там кому-то может снять кроссовки или что, окунаемся в прорубь. Кто окунается, кто желает, может поплавать подольше, кому насколько и как. Выходим, на выходе вас встречаем и награждаем медальку финишера. Он будет плавать? Я видел, слышал, что его зовут Соломон. Не говорю, куда-то увели, либо он уже в проруби. А вот он идет сзади. Давайте его тоже горячо, горячо поприветствуем Соломона. Делаем общие фотографии, до старта буквально остается пара минут. Еще, пожалуйста! Те, кто смотрит на этих людей, думают, кто же эти люди, что с ними не так. Но на самом деле они все закаленные, мужчины и женщины, парни и девушки. Сегодня вас приветствуем на Сусане Ice Race. Замечательное событие, которое проходит уже третий год подряд, на который собираются любители побегать в минимуме одежды и любители холодной проруби. Люди, которые сильны духом и здоровы своим телом. Итак, уважаемые участники, просим тех, кто фотографирует, отойти в сторону, потому что буквально через 10 секунд будет дан старт. Прошу вас, подвиньте лесенку, которая вот там на земле лежит, чтобы по ней не запутались. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Уже приближаются, давайте поддержим их нашими аплодисментами. Ура! Самый первый из них уже здесь, мы ожидаем всю нашу колонну замечательных участников, и сейчас они отправятся в холодную прорубь для того, чтобы разогреть своими горячими телами это холодное воду. Приветствую! Которые заканчивают круг. Мы молодцы, вас поддерживаем. Вас ждет проруб. Нет. Я боюсь. Андрюха, как ты? Давайте я вас сниму, а потом я зайду. Давай, потом еще один новый автомобиль приобрел.
Слава говорил на автомате, за автомат. Друзья, сегодня у нас будет еще одно особенное событие. Сегодня буквально через несколько минут произойдет посвящение в моржи. Мне эту информацию сказал. Соломон будет моржом, да? Нет. Соломон, видите, загорелого парня, он является любителем проруби уже не в первый раз, как я понимаю. Поэтому с легкостью он покоряет эту холодную воду для того, чтобы сделать ее более... Оля, ничего не больше. Молодец! Оля, давай! Оля, давай вперед, Мне кажется, что сегодня их уже не выгнать будет из проруби. Люди настолько заряжены позитивом и здоровьем, что им там тепло. Видео снимаю. Вижу. Поискать Кострома, Сусанин, Ран прямо русскими буквами. Ловочка. Вы найдете эту группу, пожалуйста, вступайте. И также сегодня, напомню, у нас были команды из Владимира, Шуи, Иванова. Давайте покричим друг другу. Все молодцы, большое спасибо за ваше участие, добрые эмоции и настроение. Вам спасибо. Спасибо. Можно погреться.